Эй, ты! Есть железо? У меня лифчика нет. До сих пор. Эй, ты! Нет железа! Ходи с сисюньками наружу! Значит, ты у нас... Ааа, ты у нас без трусов! Это я без лифчика, а ты без трусов. Подожди, а ты о такой насилии вообще можно говорить? Я не знаю, сисюньками. А, сисюнь... оно так... Ну что? А, ты сейчас на серии, как в серии ты говоришь, или у меня спрашиваешь? Я на серии говорю. Можно говорить на серии сисюньками? Не, можно. Кто решит? Подожди, на серии можно говорить сисюньками? Можно? Напишите в комментарии, можно говорить сисюньки. Может, давай перезапишем, а то сейчас, ну все. Да не надо, не надо, не будем перезаписывать, давай. Перезаписываем серию? Нет, не перезаписываем. О, он машет, он махал головой сначала, а да, сейчас говорит нет. Тогда или нет? Нет, все, нет, он нет. Сказал нет. Если что, если кто-то смотрит нас с родителями, родители, мы искренне издеваемся, хотел сказать. Мы искренне глубиной души извиняемся, сисюньки это не мат. Это не мат? Это не мат. Он говорит, это не... Не, это не мат. Так мат или не мат? Нет, все, все, не мат, пошли. Привет. Я слышу пауков. Мистер Крэп. Так. Ооо, ты снежок. Ля, да какой снежок, ты посмотри. А ну за мной. Пошли. Мишки. Пошли. Пошли, давай домой. Пошли домой. Так, нет, медведя мы не будем забирать с собой домой. Отпусти его, пожалуйста. Кать, пожалуйста, у нас дома не хватает только северного полярного медведя. Так у нас там жара, он там погибнет. Ему там будет очень некомфортно. Ему же там будет реально очень жарко. Отпусти его быстро. Ладно, пообещай мне то, что когда мы вернемся после особняка, когда мы пройдем полностью наше с тобой путешествие, мы приручим медведя вот этого. Обещаю, его покормить нельзя, что ли? Я не знаю, чем его можно кормить. То ли рыбой, жареная треска. Рыбой не кормится. Жареный лосось. А может не жареный, может обычный, я не знаю. Он короче, он, наверное, ребят, я не знаю, можно ли его кормить или нет. Мне кажется, он рыбой кормится, но, наверное, сырой, а не жареный. Вот у меня сырая рыба в руках. Нет, так, не кормится. Он. Наверное, не треска, а лосось. Треска для Ярика, а лосось для медведя. Хорошо, у меня есть сырой лосось. А ну? И ой, нет, нет. Вообще ничего жрать не хочет. Привередливый медведь. Ладно, все, пошли. Пара-па-пара-па-па-па-па-па, хороший Мишка, погладил Мишку, тикай, как тикай! Мы продолжаем наше путешествие, и нам отправляться нужно вот туда, на далекий-далекий запада-севера, вроде, если я не ошибаюсь. Так, беру карту в другую руку, ядрит колотить, там еще одна деревня. Кера-сиська! Я хотела сказать, серая киска, сказала кера-сиська. Все, хватит воды. Это как филинное куре, да? Да, и картофельное кюре. Тут черно-белые киски, тут полностью черная киска есть. Да стой! Прикинь, она полностью черная, и у нее оранжевые глаза. Это знаешь? Это же ведьмовская киса. Во-во-во, я знаю то, что у ведьм есть вот такие кисы. Именно вот такие черные-черные с оранжевыми глазами. Я бы хотел... Я первый раз вижу такую. Их две. Да тут вообще кис просто дофигище. Там раз, там раз, там раз. Тут примерно 5-6 кис. Но я тебе предлагаю здесь не задерживаться, потому что нам с тобой нужно отправляться далеко-далеко. Это ты мяукнула? Это Масик. Он параллельно с кошками мяукает. Ёханый-бабась. Это армия? Ты это северная армия просто. Чего вас здесь так много, я не могу понять. Ну ладно, я тебе предлагаю здесь не задерживаться, надо отправляться как можно быстрее, потому что если мы в этой серии сможем найти тот самый особняк, это будет просто замечательно. Мне кажется, что нет. Ну давай ты хотя бы один раз в жизни поверишь в наши с тобой силы, хорошо, а потом будешь вот подобную фигню нести. Хорошо, только один раз, вот верю сейчас и больше вообще не буду. Хорошо. Опа! Бочки! Где? Забирать бочки! Нужны нам бочки домой. Так, мы с тобой договорились, что ничего не брать, только идти вперед. Ну, да, хорошо, хорошо. И забрал, да, пойди? Вот я прям чувствую по этой интонации, что ты забрал. Ты чё орёшь, как резаная? Так, мистер Крипи,
быстро, я бы сейчас умерла и все. А, кстати, да, нам же нельзя умирать, потому что мы уже убежали примерно на несколько тысяч блоков, если кто-то из нас... Только попробуй, давай ты будешь возле меня держаться. Если кто-то умрет, то вот эти все несколько тысяч блоков, он будет обратно пешком бежать. Кать! Да, отойди ты! Я тебе говорю, отойди от крипа, а ты просто стоишь на месте и вздыхаешь! Я не успела, он так сзади неожиданно подкрался, ты вообще где? За мной давай беги, вот! Машу рукой вверх в небо! Ты серенький и сливаешься вместе вот с этими блоками белыми, я тебя просто не увидела. А ты давай держись возле меня, Кать, реально, если ты умрешь, то я тебя ждать не буду, я дальше сам побегу. Так у меня есть тотем бессмертия. Ты с собой тотем бессмертия взяла? Да, вот он. О, но чтобы он сработал, его нужно в руке держать, поэтому если ты умрешь... Ты чё так вместе капаешь? Со спины подкрадывается, так и мини-инфаркт словить можно. Да, тогда я буду в особо опасных местах бежать с ним в руку. Во-во-во, а можешь нажать F кнопку, и он поменяется тебе в левую руку, и ты всегда можешь с ним ходить, и все. В F? Да, F нажми. Да-да, все взяла. Вот молодец. Это если ты умрешь случайно с этим тотемом в руке, то значит то, что тебе дадут еще одну жизнь дополнительную, и ты можешь возродиться. Прошло еще 150 тысяч лет, мы пробежали еще примерно 1000-2000 километров. А, уйди, шашлык ходячий, и ничего, естественно, до сих пор не произошло. Я думаю, что это момент для песенки. Подожди. Подожди, 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 подожди. Опа! Так-так-так, тут что-то начало меняться на карте, Кать! Да, а ты где? Я, ну, собственно говоря, я тебя опять потеряла, потому что я среди этих деревьев не вижу ничего. Так, подожди, сейчас будем менять направление, я немного сюда... Всё! Мы прибежали к одной точке, Кать! Как, в смысле, какой точке? Что это значит? Ну, то есть мы с тобой бежали на запад, и на запад мы уже прибежали. Сейчас нужно развернуться в другую сторону, скорее всего, вот туда, на север, и бежать в том направлении. То есть мы уже почти рядом, но я надеюсь... Серьёзно? Я надеюсь, что мы этот особняк найдем сегодня в серии. Потому что в любую секунду он может начать прогружаться, и в любую секунду он может появиться перед нами. Я думал, это будет пипец как далеко, а оно так рядом. У меня аж мурашки по коже только что пошли. Ну, я надеюсь, что рядом. Ну, вот там начинается океан, поэтому, скорее всего, нам с тобой нужно сейчас будет переплыть через этот океан, и, возможно, он будет находиться уже где-то там. Офигеть! А у меня лодка есть, если что. Молодец. Давай пиндюль ее сюда. Ща. Так, так. Портишь окружающую среду просто. Ну, а что мне сделать? А вот сейчас действительно время для песенки. Только не ту, пожалуйста. Давай что-то новое. Somebody! Какой somebody? Давай. Раз, два, три. И в задницу. Почему мы с тобой играем в выживание? Подожди, да я посмотрю. Играем в выживание, но у нас какой-то тут конкурс талантов практически в каждой серии. Это просто таланты. Это реально, ну, таланты. Это мы талант. С тобой таланты. Мы, да. Мы таланты пения. Давай, забирай и давай. А-а-а! Вот туда, на другой берег. Как пользоваться луком и стрелами? Берешь, стреляешь. Не, ну смотри, допустим, у меня есть лук. Ну. Я типа что должна сделать? Правой кнопкой? Правую кнопку. Спасибо, ёпты. Правую кнопку зажимаешь, только чем дольше зажимаешь, тем больше тетива натягивается, и тем сильнее ты стреляешь. Угу. Только мне в затылок не стреляй больше, пожалуйста. Хорошо, не буду больше, извините. То есть стрелы, которые выпадают от этих скелетов, не нужны, да? В смысле не нужны? Так если ты только что спросила, зачем стрелы и лук, а как ты будешь стрелять без стрел? Так, подожди, у меня подожди. Господи. Они исчезают, количество меньше давай, становится. Давай, вылезай, забирай свою вот эту тарантайку и погнали. Ну, естественно, ты одну стрелу уже выстреливаешь, значит, количество уменьшается. А я выбрасывала стрелы, так можно луком стрелять же. Прикинь! Шок.
Стрелы нужны для того, чтобы луком стрелять, а лук для того, чтобы луками стрелять. Прикинь, вот Катя не знала, а все мы знали. Спасибо. Смешно, да? Тебе смешно? Как ты так быстро улетаешь просто? Ну потому что я быстро бегаю, не то что ты. Ну так не, я, невозможно так быстро возможно. Бегать. Возможно. Я просто натренированный. Выносливость и дыхалка на максимуме. Я тебя вижу. Да, давай, иди сюда, по деревьям, по деревьям. Давай, 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 давай. Давай. Давай, да, давай, ага. Давай, забери. Да, молодец. Ну, ты хотел меня в лаву, что ли? Я вообще, ты что думаешь, я такой дурак, в лаву тебя? Пфу. Мы где вообще? Мы скоро? Нет? Стань здесь, стань здесь, стань, просто стой. Закрой глаза. Пранк не сработал. Конечно, я уже не буду вестись на твои тупые шутки. Ой, как страшно. Ой, как высоко. Ну, куда ты меня опять завел? Я не знаю, честно. Опа! Подожди, а в этом лесу мы с тобой еще не были. Ты первый раз такой лес видишь вроде, да? Лесной лес? Это лесной лес, но это как еловый лес. Только здесь смотри, какие огромные деревья. Это раз. И смотри, какая здесь земля. Она проклятая. А ты как это? Это что? Видишь? Реально, да. Ты даже такую не видишь. И смотри, сколько не, здесь... Не, я первый раз. И грибов грибочные грибы. Грибочные лесной грибы. И смотри, тут всегда какая-то фигня появляется. Ну, вот такие блоки. Заплесневевшие. Открыты новые рецепты. Ну, тут же нифига нет. Особняка нет же здесь. Ну, нет. Ну, я тебе просто показываю новые территории, которые ты еще до этого ни разу не видели. Видели, я сказал, видели. Самба, диван, стол, дми. Опа! Неужели мы хотя бы куда-то прибежали за эту последнюю 1000 лет нашего передвижения по бескрайнему миру Майнкрафта? Башня! Разбойников вот этих. И чё, ты думаешь, нам есть смысл сюда заходить? Да, конечно, пойдем уж, разберемся с этими разбойниками на раз-два. Ага, ты посмотри, сколько их там много, а у нас... О, ты посмотри, сколько их там много, у нас с тобой даже одежды толковой нет. Давай, 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 вали, 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 вали. Если они нас сейчас убьют, Катя, возьми тотем на всякий случай в руку. Возьми тотем. Возьму. Бегай за городу, бегай за городу. Ой, 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 ой. Их что-то много, их что-то много. Тикай, 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 я их отвлеку. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Собака, оби... Да. На, на. Все, вроде так, всех раскидали. Игорек еще у нас тут. Ой, такая деловая, только что чуть ее не застрелили, она такая выбегает, как будто ничего не было, да, Кать? Да я не боюсь, это чистая случайность. Чистая случайность, будет. Да, конечно, начала убегать, начала кричать. Разбойники, разбойники, пожалейте меня, пожалуйста. Так, что тут у нас? Нифига тут у нас. Ничего. Тут... Ну и зачем мы это делали? Зато мы освободили с тобой аванпост. Кого-кого? О, какая-то зачаренная книга. Это шипы, картошка, 2 железа, неплохо. Забирай себе арбалет, если хочешь. Да-да-да, забрала. Для арбалета тоже нужны стрелы? Да. Ну, логично. Ладно, иди сюда, Катя. Подходи, я тебе признаюсь в том, что ты у ремонта. У меня был тотем бессмертия в руке. Ёханый бабай, да убегай! Убегай! Да целятся, убегай! Да убегай ты оттуда! Да... Кать! Меня сейчас убьют! Меня сейчас убьют! Кать, спасай! Опа, собаки начали спасать, прикинь! Тикай, 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 я не знаю, что происходит! А чё вы на нас-то начали агриться, собаки? Так я, наверное, нечаянно ударила. Тихо, тихо, тихо. Бобик, тихо, я ничего тебе не делал. Бобик, успокойся, пожалуйста, пожалуйста. Да откуда я мог знать то, что у тебя одно сердечко? Я хотел пошутить опять своей шуткой. Вот и дошутился, тотема бессмертия нет. Ну, зато есть плюсик, мы-то с тобой отправляемся в особняк, чтобы как раз-таки добыть этот тотем бессмертия. А что, он там тоже будет? Ага, да, и стрелу получил. То есть мы бежим в особняк, чтобы добыть тотем бессмертия, который только что был у Кати, который Катя только что просрала. Ты мне его просрал. Ладно, я просрал тебе его. Что это за зеленое чудовище? Это слайм, Кать. Смотри, когда его убиваешь, с него выпадают еще 2 слайма. Когда других 2 слаймов убиваешь, с них выпадают еще 2 слайма. Слаймы это вот, как дети делают из клея и там вот это вот. Ну типа того, типа того. Но как бы слаймы есть еще и в Майнкрафте, если ты не знаешь.
канала. И, в принципе, вот ага. Зеленые такие. А они нам вообще зачем нужны? Да не зачем. Ну вот помнишь, мы в начале сезона с тобой хотели скрафтить поводок? Вот как раз таки поводок крафтится вот из этих слаймов. Ну там точнее нужен один слайм. Логичная логика. Поводок делается из густка слизи. Ну, бывает. Шли годы. Эдисон с Катей все старели и старели. Появлялись морщины. Седые волосы. И так до сих пор мы не смогли найти этот сраный особняк. Зато нашли уже кучу деревень, которые мы мимо проплывали. Нашли и вот затонувшие айсберги, которые в свое время Титаник потонули. Находили все, что только можно. Находили медведей. Но не то, что надо в этой жизни. Сраный особняк, за которым мы уже охотим. И как нам чё? Ну, ладно, выходи давай. О, Мишечка. Главное не ударить его, как в прошлый раз. Да в задницу этого Мишечку. И чё-то у меня такое ощущение, что я сейчас скажу в задницу этот особняк. Ну, нет. Давай, садись. Да я уже не знаю, сколько тысяч километров мы с тобой проплыли. Нельзя отступать, нужно только вперед, назад уже дороги нет. Да проблема в том, что я даже не знаю, правильно ли я сейчас двигаюсь или нет. Возможно, нам вообще в другую сторону надо. Если ты, мы вообще, не ты, а мы, все это время плыли не туда, то что тогда? Я увольняюсь из Майнкрафта. Так, все. Меня это заколебало уже все. Ну это капец. Мы с тобой бежим, всю жизнь уже бежим. Давай возвращаться домой. Просто чтобы вы понимали, сколько мы пробежали тысяч. Да хватит греметь там шбуянить наверху! Чтобы вы просто понимали, сколько тысяч блоков мы только что пробежали. Это вторая серия, и реального времени в жизни, не на записи, мы потратили примерно 3 часа. 3! Чтобы добежать вот сюда. И мы бежим сейчас в каком-то лесу, и здесь просто нифига нет, кроме особняка, который находится передо мной. Что? Это он? Ты сейчас не шутишь? Тогда почему мы начали бомбить именно... Как это работает? Мы начали бомбить только тогда, когда он... Подожди. Я бы сейчас очень много всего интересного сказал. Иди в задницу! Мистер Крипер! Так вот ты какой особняк! Я думала, там домичек какой-нибудь. Ага. Только а тут давай здесь жить. Ага, да мы здесь потеряемся. Подожди. Здесь очень опасно. Ты куда, Дуримон? Да ты сейчас умрешь! И опять эти все тысячи блоков будешь обратно бежать! Кто ж тебе сказал, что ты... Почему умру? Кто тебе сказал, чтобы ты поднималась наверх? Ну кто тебе сказал? А чё, ну подумаешь. Ой. Тихо. Мы не хотели вторгаться в ваше владение. Иди сюда, Кать. А кто там? Да кто-то уже начал там мымыкать, рычать. Мымыкать? Опа, тут какие-то рычаги, подожди. Ага, здравствуй. Подожди. Тихо. Иди в задницу! Пошли отсюда, к чертовой бабушке! Давай, быстро! Не, Кать, не. Посмотри на меня, посмотри. Видишь меня? Смотрю, да, вижу. Я в носках стою. Ты без лифчика стоишь. Вы реально хотите, чтобы мы вот так пошли в особняк? Да даже просто зашандрахают через секунду. Да иди ты, Кать, нам нужно с тобой где-то спрятаться. Давай сюда. Все, у меня одно сердечко! Какое одно сердечко? Тихо! Все, не, ребят, на этом нужно заканчивать прямо сейчас. Ты куда спряталась? Я тебя не вижу даже. На этом надо заканчивать прямо сейчас, потому что в любую секунду нас с вами могут убить. И это не будет хорошо. Это вообще нехорошо. Все, я пошла, пока, мне страшно. Тихо, стой здесь. В следующей серии мы, наверное, добудем себе броню, потому что вот так, как мы сейчас выглядим, мы бомжи просто, мы реально вот бомжи. Ты меня чуть не убил, ты что делаешь? Говорю, у меня одно сердечко. Я только что восстанавливалась, и у меня одно сердце осталось, ты! У меня полтора сердечка, еще раз меня шандарахнешь, это развод! Это ты меня еще раз шандарахнешь, я умру. Все, я тебя бить не буду. Все, пока, я выхожу. Страшно, опасно, Катя вышла. Я, наверное, тоже буду выходить, а то у меня полтора сердечка. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем до свидания, всем пока. Было очень сильно приятно с вами познакомиться. Не, мистер Крипер, у меня полтора сердечка!